Сергей, а чем сегодняшняя игра отличилась от вчерашней? Ну, по большому счету, может быть, сильно не было больших изменений. Но в тот же момент мы поменяли немножко пятерки и как бы понадеялись, что будет в этом плане чуть получше. Ну, ребята старались, но, конечно, опять же, тяжело справляемся с волнением. И как бы, ну, сегодня, конечно, немножко чуть получше, но не намного. Опять же, судьбу матча решило индивидуальное мастерство футболиста, в данном случае игрока сборной Украины, который на фланге обыграл, да, один в один и вскрыл оборону. Опять же, это, да, ну, то, что он обыграл, это одно, но здесь ребята, которые здесь, к сожалению, да, мы очень плохо читаем игру, тяжело немножко, когда у соперника есть преимущество играть в меньшинстве. Здесь он создал преимущество, наши здесь не доработали, опять же, играли, наверное, один в один, они бросали дальнего, и, к сожалению, человек прострелил и забил гол. То есть мы очень, как бы, плохо ориентируемся в ситуации, когда нас меньше, поэтому здесь надо, конечно, в этом плане работать и прорабатывать. В том числе пропустили в меньшинстве сегодня после желтой, да? Ну, опять же, да, ребята 2 минуты должны были отыграть в меньшинстве, ну, 1.5 минуты хорошо отыграли, и потом просто человек, когда начал выдвигаться, когда он начал замахиваться, тут, конечно, нужно встречать, сближаться, но, опять же, мы пятимся в ворота, опять же, оценка ситуации, надо пятиться, не надо, человек пробил и, к сожалению, опять попал. Сегодня поменяли игрока разыгрывающего, да, вместо вратаря, что идет поиск оптимальной кандидатуры. Ну да, да, как бы ищем. Здесь должен быть человек, конечно, и с ударом, и с пасом, со сменой направления. Ну, как бы посчитали, что как бы Адам будет получше здесь, поинтереснее. Как. Пока результат не получаем, но получаем, наверное, опыт на этом турнире, да? Как говорится, вам виднее, наверное, какой-то опыт однозначно, как бы результат, конечно, все хотим, но тяжело, но, к сожалению, да, пока не получается. Какой видится игра со сборной Грузии, которая завтра станет, в принципе, матчем за 3-е место? Ну, я думаю, что будет очень тяжелая игра, потому что команда Грузии тоже довольно-таки, я сегодня посмотрел со сборной Румынии, тоже, видно, оживает на турнире, как бы, по сравнению с первой игрой. Ну, ребята очень так индивидуально всегда тоже готовы. Принимают мяч, не боятся, обыгрывают. И довольно-таки они сегодня посмотрел со сборной Румынии, довольно-таки агрессивно в отборе, физически неплохо, как бы, готовы. Поэтому я думаю, что будет очень тяжелый матч. Спасибо за интервью. Успехов.